утром 24 января по московскому времени был совершен террористический акт, в результате которого в районе Белгородской области был сбит российский транспортный самолет Ил-76, который выполнял рейс по перевозке из Подмосковья в Белгород 65 военнослужащих вооруженных сил Украины, которых сопровождали 3 российских офицера и экипаж в составе 6 человек. Все они погибли. Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы осуществить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени –